Здорово, бро, это демка в союзниках, но, как выяснилось потом, еще и с читером один на один. Как говорится, рекомендуется к просмотру. Всем приятного просмотра. А может быть, ротик свой прикроешь? Так у меня так клипы, если, это если только твоим членом. А так, ну сейчас, короче, твоя задача будет ливнуть, понял? Типа, все, все что ты нужно. Сосёшь, какой ливнуть, иди на... Стой! Да. Пацаны, у меня читер в команде. Жесть, он меня кикнуть хочет, помогите! Я может, а может лучше задуться сразу? Бородач обоссанный. Да ты в очках обоссанный. И чё? Должен в очках. А ничего! А ты, вот... ты и в игре в очках! А меня нет, всё, а играй игре... соло, идиот! Доиграл! Я вообще один чел пишет. Да в смысле? Один в один, что ли? А чё, неплохо, союзники один в один. А чё я там делаю? Ты а батишь. Почему я здесь? Капец, ты батишь. Смотри, тебя как бы нет, но как бы ты есть. И ты сейчас так забатишь их жестко, слышь, Мария? Вообще, выйдет насчет, типа, тебя стрелять, а я как бы здесь нахожусь, слышь? Почему я там остался? Смотри. Он его батит. Забатил ты. Боже, изи-катка. Я так забатил жестко. Демка, ты крутой, чел! Чел! Я крутой, да! И что? Союзники, но один на один. Пон? Неплохая тема. Союзники, но это один на один. Да. Куда лезешь, дурак? А, у него... А какого хрена он взял пэшку, придурочная гав... А ты просто лох, надо было покупать тоже пэшку. Я сейчас, знаешь, что куплю? Трэшер Хантер! Бля, монитор заплевал, подожди. А флешка, не вижу ничего абсолютно. Дебил! Ты что делаешь? Придурок! Вот при... Что он делает? Он просто в прыжке вешает меня! Циркач ебаный, блядь. Брошка, в честь Нового года GG Standoff подготовили для тебя новые новогодние кейсы. Давайте откроем кейс «Ужасающая история» за 199 рублей. Shield CO2, а сколько он стоит? 49 рублей. Давайте закинем его в контрактик и посмотрим, что мы сможем с этого получить. Так, нам выпадает стикер «Пират Колор». Давайте закинем его в апгрейд. Например, до М-ки Самурай. Апгрейд. Хорошо, мне как раз нужна была эмочка какой-нибудь, скинчик на эмочку. Благодарочка, GG Standoff. Также зайдя на сайт, вы можете прикрутить барабан бонусов два раза. Первый бесплатный, ежедневный, и второй раз по моему личному секретному промокоду Lane. Также на сайте задания от Санты. Чем больше ты их выполнишь, тем больше голды получишь. Нифига себе, тут люди по 200 тысяч водили. А еще не забывайте после внесения депозита переходить в ограбление Гринча и забирать годный дроп. Переходите на GG Standoff и вводите мой промокод PLAIN, чтобы получить 35% бонуса к депозиту. И что? Ну да, я такой богатый. Типа пиз... Напишет ты со знаешь, это как он? Сигма. Это не Сигма, это гигачат был. Выйди, кринжа тупая. Она будет выходить, нет? Ты дура. Да иди ты в жопу! Чё это такое? Я хотел выиграть! Почему я не выигрываю? Алло, Василий! Ты нормальный? Адекватный, в принципе, молодой человек со своими приколами. Прикинь, меня соседи как охреневают с меня каждую секунду просто. Я сижу, записываю демку один в один просто. Оп, не похер, пушим. Пушим. Все, забираем лавик и фигарим дальше, все. Вот мы начинаем камбэк жестко. Это лютейший камбэк, просто держи за меня кулачки. Описюны. Это уже потом с тобой поговорим, подержишь там ничего. Понял, хорошо. Хорошо, моя солнышко, мой зайчик. Ну ладно, где-то... допустим. Я это вырежу нахер. Нет, не вырежешь. Вырежу. А! Что это такое? Нет, ну придурок, ну что это такое, как же он пикает, он знает про меня все сразу, я сидел в углу, меня там невозможно было увидеть, почему он пикает меня сразу и убивает, алло, а, Б, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И краткая, К, Лемоне, опарасатэ, вхат, шешат, тюрпатят, почему мы каждую секунду находимся здесь, я хочу вот же, чтобы он вышел оттуда, да придурок, какие у него раскидки кончены, я даже не раскидываю ничего, я тупой или еще. Ты в меня веришь? Нет. Почему? Да ты лох. Неужели он спрыгнул? А, нет, он не спрыгнул, походу. Выйди, ну дура, ну что ты делаешь? У него авик, что ли? Дура с авиком. Боже, какой же я лакерный, конченый придурок. Еле-еле добил. Душа в теле, да. Кстати, пацаны, самое время поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, и как бы на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Ой. А чё это мне на сам дигл стреляет, придурочный? Вообще, что не в адеквате. Зеленый весь такой в треснутых штуках.
Кто же ты придурок, а? Нет! Ну почему? Я нанялся, я уже нанял, я у себя в голове уже его убил. Типа вот такая херня у меня происходит иногда. Меня в голове, я его уже убил. А он жив. Не, реально, почему он был у меня мертвый в голове уже? Потому что американский психопат. Почему? Кто такие американские психопапы? Там фильм, связанный с этим, был. А, это мне кто-то рассказывал, да? В мыслях, да. Что это? Флешка от бога. Smoke weed every day. Он где он? Такие хаешки! Он, мне кажется, он софтом, слышишь, потому что летят постоянно хаешки туда, куда надо, блин. Не заметил? Лично я заметил, не знаю. Нет, это просто лох. Да иди ты нахер своим, лох. Я профессиональный геймер-про. Ну давай, покажи это. Доказать тебе? Доказать тебе? Давай. Доказать? Тебе давай. Доказать это? Тебе это еще раз доказать? Я в него плэшу, я могу просто в него... повезло. Я могу, просто в него... я могу ему, я ему в грудак в это, смог. За что ты ему вшил пачку в живот? Ты террорист! Что это такое? Зачем ты вшил бомбу ему в пузо? Придурок, блин. Ты орешь вообще? Смотри, он там сидит и сейчас умрет. Отлетит. На синдуэль один на один, блин. Алло, Василий! Выходите, пожалуйста. Флешку вам. Мегадея ёжи за икроткой. Да как он, что? Это софт, согласись. Но это софт. Нет. Тупорылый. Он выходит на префи, мне сразу в лицо дает. Нормально разве? Нет, это просто лох. Мария. Ну, тебе, можешь себе прыгнуть? Да я не могу, я просто не могу с этого. Он сидит, он знает всегда, каждую секунду, где я, кто я, когда я, зачем я, почему. Короче, я тебе рассказываю типа... так, типа, покупай себе петух. Зачем мне покупать тебя? И лети через мид беги. Зачем мне тебя покупать? Так я не петух. Ты петух? Я овцы бык, вот. Вот, смотри, и он тут опять, он тут, вот он. И он тут топает, смотри. Он знает все. Вот скажи мне, это софт. Ты видишь? Лох ХП. Ты видишь? Ну. Не, ну он типа всегда знает про меня все. Ну, это софт, согласись. Да. Напарники, но один на один против читера. Жесткое название. Не палишься. А зачем ему палить? Он что, в полиции работает? Какой же ты конченый просто, что ты несешь, Олег, придурочный? Или он палит? Смотри, он будет здесь уже, смотри, вот он. Вот, видишь? Я тебе говорю, он знает все про меня, просто он не может прочитать меня. Он не может не переиграть просто. Так он играет со фтом. Опять хаешка прилетает ко мне. Типа тупо по таймингам, как надо, блин, да? Вот, смотри, сейчас здесь сидит, ждет меня. Вот, видишь это? Ну. О, что? Вот это было жестко. Это я. Я всегда жесткий. Я всегда со всеми жесткий, особенно с тобой в постелечке моей сладенькой. Вот это не надо было рассказывать, дело. Да я не вставлю это, я вырежу. Но ты что думаешь? Хорошо. Ты что думаешь, я просто так такие вот вещи буду говорить на аудиторию? Кстати, руки холодные, только проснулся вообще. Нормально, да, то есть? Типа все. Неплохая хаешка. Типа он совком объективно. Ну, ты считаешь тоже так, да, ведь, как я? Может, я запушусь в мид? Вот он тут. Не, мне кажется, он справа. Да вот он тут сидит. Слышу звук. Да он знает, где я, почему, что это? У тебя же шифт работает, обойди его. У меня один патрон на него, и все, типа, объективно. Ну что? Ну вот, ну нет, ну почему он такой тупой? Он ждал меня! Он меня ждал, там сидел. Какая тупая мразь, тупорылая, безмозглая, сука, мразь тупая, блядь.